Радостное событие в семье люберецкого труженика тыла. Алексей Корнюшин отметил 90-летний юбилей. Поздравления именинник принял от семьи, главы округа и нашей съемочной группы. Пожму вашу руку. Геройский человек. Петрович. Да, я рад вас видеть. Спасибо. И мы в Эрдине носец, вы проработали на заводах, да? Вот в заводе. Всю свою жизнь Алексей Павлович посвятил труду. Еще подростком во время Великой Отечественной войны работал на лесоповале, обеспечивал дровами поезда. А дальше трудовой путь сварщика до самой высшей категории. Именно Алексею Корнюшину доверили самое ответственное задание – варить кремлевские звезды. Алексей Павлович, здоровья вам и долголетия. Здоровье и долголетие, говорит Алексей Павлович, досталось ему из-за безграничного трудолюбия. Он долго не уходил на пенсию. Еще один важный момент в жизни – отказ от вредных привычек. Несмотря на то, что все коллеги Алексея Корнюшина употребляли алкоголь и табак, он не поддался общественному давлению. Выпивать? Вот, пойду. Я с ним иду, я говорю, только я буду разливать. Им наливаешь по полу стакан, а мне только касается, какой он рабочий, сварщик, он оденешь шлем, там же ничего не видать, и руки трясутся у него. Я не любил выпить, я любил работу. Вот, я работал. Работал я всегда, понимаешь, со всеми. Алексей Павлович награжден орденами труда и трудового красного знамени. В свои 90 чувствует себя гораздо моложе. Сейчас отдушина Алексея Корнюшина семья. Детей, внуков и правнуков он учит главному качеству, которое помогло ему в жизни. Добро ко всему, что тебя окружает. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.